Вот, нормально. Хорошо, хорошо побегаем, слушай. Короче, собираемся мы на соревнования. Все очень плохо. Ты видос видишь? Да. Показать, какой бардачок. Вот тут нормально такое, да? Ты там что-то снимаешь, блин. Что ешь? Кого? Короче, не шарю, что там делаем. Сколько у нас еще времени осталось? Полчаса, давай. Полчаса. Сейчас мандраж подтянется тоже. Будет нормально. Какой у меня там номер? 598, блин. Я вечно забываю. Я не помню, на каких соревнованиях я выступал в прошлую эту, блин. Но буду глянуть. Миколаевская область. Я не знаю, блин, я не знаю, попаду ли я восьмерку или нет, как ты думаешь? Попадешь, конечно. Да ебать, мне кажется, там, сука, там никто не готов, потому что всем похуй на эту универсиаду. Вон, сокому похуй, и тебе похуй. Ой, и всем остальным. Да, сука, бежит, блин, и так ему похуй. Он бежит, ему похуй. Хочет? Да, мне как. На. Ну что, мой номер. 595, вроде бы. Вот, ну короче, шо. Кто-то, вот я же говорю, кто-то это типа он настраивается на 47, а кто-то просто я, который настраивается, абы добежать. 41. Вот. Ну что, что могу сказать? Ну вообще сбор классный. Блин, мне так понравилось, на самом деле, это наржались. Ты пипец. Наматюкались друг на друга. Вот, вообще тупо весело. Да, хочу поздравить Александра Соколова, который, я уверен, он выиграет. Сейчас он пошел на свой финал. Вот. Ну, короче, он, блядь, выиграет. Вот. По-любому. Ну, не выиграет. А еще я хочу заранее поздравить Виталия Дудника, который не умрет на финише. Дай бог ему здоровья на финише. Я скоро вызову. Вот, на 4 главное событие. На 4, да. Вот, ну, вот так вот, ну что, все, людишки, понеслась. Вот этого и вот этого человека вы видите в последний раз. Моя остановочка. Это наша остановочка, все. Короче, мы на разминочку, блин, не соревновательно. Погода не очень, что-то дождь начался или что это вообще капает? Нервишки шалят, да? Да. Что ты кривляешь? Поговорим с камерой, так, чтобы снять напряжение. Сколько? Психологов. Да-да-да. Это твой личный психолог. Через сколько надо там разминаться? Через 10 минут. Через 10 минут будем разминаться, в общем. За сколько? Подожди, 40 минут же, да? Что? Разминаться в 17.40 будем? Так, ну примерно да. Давай, потому что холодно, видишь? Да, дождь идет, короче, что-то борода какая-то происходит, блин. Соколов пробежал, за сколько он-то пробежал? 65. 10.65, да, третий. Мы его поздравляем, конечно. Да, я думаю, это видео посмотрит, да? Красавчик. Да, я очень рад на самом деле. Хотя... Еще подготовится, еще оторвется. Да не, вряд ли. Это портфель видно. А. И типа. Ну, короче, так. Ну вот, ну ничего. Это он еще даже не разбеган, сейчас он разбегается, вообще будет разрывать всех. Нас так смотрят, наверное, как на дебилов. Молодец, Ад. Чтобы только на тебя смотрели. Жирачи жесть. Чтоб дождь начался. Хотя и в дождь, ну и света не побежим любой. Да. Пару хоть. Нас дождь раз задорит еще больше. Злости добавит. Это не точно. Как самочувствие вообще? Блядь. Мне тоже да такое. Да не, вообще я вот бежать по ощущениям я готов. Вот, да. Я просто готов, но я знаю, что у меня именно силы. Ей тут нечего? Что мне, да, я знаю, что мне тут делать нечего. Это не нормально, я шучу. Пробежись, отлично в этом. Да. Посмотрим, какие соперники. Какие мы вообще будем? Ну, ноги вроде бы не вялые. Это самое того, что я больше всего боюсь, вроде все нормально. Какая у тебя цель вообще? Выбежать 51 и быть не последним. Не серьезно. Серьезно, выбежать. 51? Ну, блин, в смысле? Вы потом выйдешь. Ну блин, у меня просто сложно сейчас. Ну я вот попытаюсь 49. У меня сложный в плане тренировок. Вот, ничего, это не оправдание. Бежим один раз, кстати, тут сразу финал, если что. Да, не знаю. Я в два раза не вывез. Да, я тоже не знаю. Тут на самом деле климат слегка какой-то странный. Mm-hmm. Вот, и на самом деле очень тяжело дышать. Вчера мы на утренней разминке это поняли. Ну мы, может быть, еще не поели. Ну, может быть, из-за этого. Ну тут 50 на 50. Я ставлю на климат, чтобы если что мне сегодня отмазка была. Не, какие отмазы, ты. Пошли, сука, беги. Это хай другие отмазы. Почему я. Так что я не могу. У меня батя не будет.
Я вырубить сеть хочу, хуй там. Ебаш. Да там тарелка. Я, мне кажется, сломаю таким тапком. Стену брал в мешку. Не, ну это плохая идея. Ну и погодочка. Шо, Ветер, это то, блядь? Я, да. Нет, это Рио. Не знаю. Нет. Да, нет, не знаю. Вчера, сколько ты приезжал? 52, да? 52-2. Анастасия, я 49-65 приезжал. Ты что, обрыгался? Взял Саню, да, я вот переганул. По четвертій доріжці Карма. Під номером 719. Давай речі, давайте погнали. Стартує Аліна Дитяк. Второй день последний сигнал. Погода херовая, ё-моё, холодно. Та по восьмій вчора теж неприємно було вже. Вітер ще чуть-чуть помішав, блін. Пробіжав чуть хуже, ніж Ніколай. Блін, мені реально, я промок. Я зараз знімаю, знімати це все буду в шортах біжати. Ще походу градусів 17. Що моросить тихо. Може, навіть менше, капець. Ви-то хоч розмінаєтеся, а стоять, це взагалі жесть. Так візьми у Санька курточку О, нормально. Хорошо. Хорошо побегаем, слушай. 200 пробежал за 22.5. Херово, короче. Сейчас начнем эстафету, еще облажаемся, ты что? Седьмой. Шестой. Седьмой, не помню. Вот шестая. Шестая. Нет. Короче, третий с конца. Сейчас по разбегу увидеть. Сколько мы пробежали? 43-2 вроде бы. Сказали. Нет, 43. За эстафету. Какое твое дело вообще? 43-25. Это не КМС даже. Это 43. О, мне кто звонит? Ходил тренер.
Все. 7-8. Сборная Николаева отстрелялась во всем. Или нет? В целом, мы молодцы. 5. Кроме меня. Вот. Хорошо. Валера сейчас кушает, у него судороги хватают, он сегодня хорошо пробежал 200. Да. Вот Саша, тоже сегодня хорошо пробежал. Ну, он всегда хорошо бегает. Вот. 10 на 4:30 прибыл. Сейчас мы кушаем в местной столовой. Я не знаю, почему мы раньше там не ели, потому что... Потому что ее только открыли. Да, а, ее только открыли. Кстати, да. Ее только открыли, мы сейчас начали есть. Ну, дешево и вкусно. Ну, не очень дешевле, чем в Тантане, типа конечно. Сказал, да, за 42 надо взять, за 43. Так что такие вот дела. Вон там еще парочки сидят. Вот. А вот Валерчик наш. Вот. Ну, что могу сказать. Сегодня было холодно. Не знаю, посмотрим. Сегодня было холодно. Я пешком вот лично бежал разминку. Я даже не вспотел за всю разминку, серьезно. А когда я отбегал, я поехал за билетами. Вот. И я вышел на той остановке и, ну, короче, я так промок жестко. Вот. Я не знаю, как тут пацаны вообще. Вот, ну что, соперничество было такое. Были явные лидеры, ну и все. Явные, то тут делать нечего, думаю, надо. Вот. Ну, Валера показался неплохо, я думал, он лох вонючий, а он такой... А он просто лох, не вонючий. Вот. Да. Ну что, все. Подписывайтесь на Валерин канал, ставьте лайки, жмите колокольчики. А, да, еще поснимаем? Да, наверное, да, пожалуйста. А, ну, вы все равно ставьте лайки и подписывайтесь на его канал. И на колокольчики. Все. Люблю тебя. На яхере. Как он называется? Порт-сити, правильно? Ты что, сейчас мы покажем, короче. Тут херня такая есть. Прикольная. Реально. Это щекоток, правильно? Это роллерский. Сцените, короче. Это для роликов. Охеренно. Роллер сцент. Вижняк такой. Не-не. Шварнул. Шварнул вообще. Смотри, там Челентана есть. Тут дохера что есть, смотри. Прикольно. Мне нравится, что тут много, короче, всяких вот этих фонариков, все яркое, прикольно. Ладно, давай обойдемся. Это, наверное, 10% самого здания всего. Блин. Да нет, это просто. Можно бегать, наверное. 30. Да, громадное здание, короче, торговое. Тут все есть, тупо все. И это второй этаж, заметьте. Да, это охеренно. Это вот такой второй этаж. Второй этаж. Еще стоянка здоровая, капец. Ага. Стримашина. Садись, я вас. Да, это специально, чтобы так вот. А, это? Да. Ну, дорожки мы помешали на старт. А настоящий, да? Да, а, понял, типа. Портики. Так, давай мы сейчас на автобус опоздаем, да? Сейчас купиться нам надо, капец, короче. Николаев ждет нас. Погнали. Это типа мы на третьем, так с третьего еще лучше выглядим. Да, вот ну смотри, тут в основном малыши катаются. Конечно. У нас если бы такое построили, было бы неплохо. Первый год бы тут бы все катались. Да, тема.